Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, и сегодня привоз, я на него попала. Уже все разбирают, вот такие потрясающие у нас пилорики, бабочки. Такая вот красотища. Так, сейчас. Вот еще какая красота. Это уже все в тележках. Да, по-быстрому снимаю, пока люди не уехали. Езжу за людьми. Тут альбуфейра. Можно я трилипсик сниму только? Вот такой красавчик. Тот был пилорик, а здесь трилипс. А он не факт, что он в следующий раз так будет свести? Ну, не знаю. Мы будем надеяться, что свезет. Глипы красивенькие. Так, это то, что осталось. Ну, я к ним вернусь. А сейчас пока что у людей в тележках, пока не разъехались. Они стоят 913 рублей. Там стоит котик. Ну, ладно, котика мы видели. Пенивчик. Вот какой красивый беглип. Ой, потрясающий. Потрясающий у него малиновая губа. Очень красивый. Спасибо. Так, а здесь у нас пенив. И у другой девушки сейчас покажу пенив. Вот таким тюльпанчиком потрясающим. Изящный. Ой. Вот такая красота к нам сегодня приехала. Так, здесь бабочка. Не знаешь, как она называется? Вот этот вот. Бенедорм, да. Спасибо. Красота. Не знаю, горшочки подписаны или нет. Они в розовых этих упаковочках. Так, вот. Здесь тоже бенедорм. Так. Это вроде арт-нуво, или я ошибаюсь? Мутация. Да. Да. Вот такой и ободрашечка, и бабочка. У него, правда, это я себе отложила. У него, правда, тут блин. Как говорится, блин-блинский. Но я все равно его возьму. Все равно. И буду надеяться на лучшее. Красоточка. И вот еще один арт-нуво бабочкой. Вот такой красавчик. Вот такая красота сегодня у нас. Парочка стелленбош и бабочки. Ну, бабочки уже все разобрали, потому что народу много. Эх, вот бы почаще такую красоту привозили. Я проверяла видео и обнаружила, что в этот момент вокруг меня столпилось столько людей, и все о чем-то говорят, что-то спрашивают о чем-то, узнают информацию, и что меня просто не слышно. И вот этот маленький кусочек я переозвучиваю. И, кстати, хочу отметить, что тележки, вернее, не тележки, а стеллажи с орхидеями всегда на моей памяти и сегодня тоже вывозятся целыми. То есть никакая орхидея не спрятана, не заныкана, никому не отложена. И я сама, мне самой повезло, что мне удалось самой для себя урвать несколько стеллажчиков. Вот казалось бы, да? Вроде бы обыкновенный стелленбош, но какой красавчик. А вы посмотрите, у этого аж и лепестки резные. Вот он трилипс, и при этом он еще и резной. И какие крупные сепалии. Ах, какая нам радость. Какая нам радость, да, да. Это не мое, да. Вот это мое. Ой, мой красотуль, красотуль мой, никак не нарадуюсь, ой, ой. Так, не подписан. У них, кстати, оказывается, разные горшочки. Они не все в этих вот, в таких вот розовеньких. Я вот этот первый. Нет, вот этого не было. Вот еще такой тут красотульчик. Тоже не знаю, кто это. Вообще в первый раз вижу такой, такой цветулечек. Ой, слушайте, давно я вот так вот не попадала на привоз. Давно я не встречала орхотусовку нашу. Давно. Так приятно. Так приятно снова вот так окунуться. Снова вот так вот снимать красоту. Кто что для себя выбрал. Да? Как какие-то прям очень давние времена. Когда у меня последний раз такое было? Еще до декрета, еще до беременности. Когда вот так вот заходишь в Леруа,
смотришь, кто-то ходит, кто-то ходит, что-то ждет. И тусуешься тоже. Потом еще, еще, еще. И вот так вот по полдня тусуемся. Как говорится, кому делать нечего. Ну, орхозависимость, ничего не скажешь. Красота. Вот и котик. Котик в чужой корзиночке. Красавчик. Так, что тут еще стояло? Тут еще в пастели. Ой, это же этот. Это же, как его, Волли. Волли, Валли. Вот их два. И вот это один из них. Один, по-моему, больше желтизной, другой вот такой вот, больше какой-то бронзоватый, с рыжинкой, персиковатый, что-то такое вот. И вот он, оказывается, вот беглипчик. Красавчик. Мапл, Мапл Волли, как-то так вот называется. И тут же в чужой кучке стоит альбуфейра бабочка. Она здесь и бабочка, и трилипс. Вот. Бабочки, там трилипс, мне кажется, один. А у вас вот на одной стороне вот бабочки, а на другой трилипсики. Мне кажется... Так, и тут еще красота стоит. Стоят кимоно, яркие-прияркие. Вот такой фаленосик стоит. Не знаю, может, на нем что-нибудь написано? Нет, не написано. Вот такой красивый фаленопси стоит. Какой хорошенький. Какой красивенький. Так, здесь же стоят Юпитеры. В прошлом видео, вчера, я вот как раз показывала разницу. Смотрели между Юпитером и Голден Леопардом. Мне самой это было интересно. Так, Стеллинбош стандартный. Так, беленькие. Это вот то, что тут пилорик вот с резным трилипсик резной остался. Кстати, видите, даже еще и не все разбирается. Тут еще стоит. Привет, привет. Вот такая красота тут еще стоит. А вот этот фаленопсис, мне, по-моему, подсказывали его название, но я, к сожалению, не могу сейчас вспомнить. Вот буквально второй раз я его встречаю. Не могу вспомнить его название. Так, кто там? А, здесь еще и пенив стоит один, между прочим. Вот он стоит, красоту. Стандартный. Так. Зелененькие. Ой, какие красивые. Зеленые с коричневатой губой. Потрясающие. Голдион. Вчера тоже. Во вчерашнем видео смотрели название Голдион. Красоту. Так. Кто здесь еще? Кого я еще не показала? Беглипчик такой вот. Еще остался. Вот это тоже поставили. Вот этого желтого красавчика тоже поставили. И еще стоит вот такая красота. Тоже пастельных оттенков. Очень красивый фаленопсис. Очень. Голден леопард, кстати, тоже стоит. Вот, он тоже здесь есть. И, кстати, снова привезли вот этот фаленопсис. Изредка его привозят. И у многих, в том числе и у меня тоже вопрос, как же он называется. Он постоянно что-то напоминает, но когда сравниваешь с тем, что продается в группах похожим, все не то. Вроде бы и такой же, но и не такой. Но он, конечно, бросается в глаза. Красивый фаленопсис. И вот такой еще фаленопсис обнаружила. Сначала подумала, что-то вроде скрапина. Или... как ее? Шанелла, что-то такое. Ну, я имею в виду розы и вижу. Может, и не Шанелла она называлась, я уже забыла. Тоже с такими розоватыми петалями. Но это повернула и оказалось, что это совершенно что-то другое. Не менее прекрасные цветочки вот так вот наполовину расцвечены. И красивая нежная губа. Так, ну все, все, на этой красоте
закончу свое видео сегодняшнее, побегу домой, побегу укладывать Колясю. Все, спасибо вам всем большое за ваше внимание. Спасибо огромное нашим золотым сотрудникам Люраза эту красотищу. Ай, все никак не нарадуюсь. И таких, как я, много вокруг. Подписывайтесь на мои каналы в Дзен, на этот канал, на группу ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании под видео. И всем пока, всем до новых встреч. А и не забывайте оставлять комментарии и не стесняйтесь этого делать. Пока!